За них уже вряд ли Марио Фернандеса позовут. Ну, он выбрал сам такой себе. Вернее, вот такую судьбу, да? Человек проиграл 10 лет успешно. Мне вот жалко, что так. Конечно, «Зенит» — это бренд, но все-таки патриотизм, который был у нас, и у нас он остается по-любому. Он, наверное, подзабыл. Слушай, ну подожди.